Что делаем, ребят? Я только что заснял, что вы мусор выкидываете. Вероятнее всего, этих двоих ожидает штраф. Рейды по несанкционированным мусорным навалам в округе продолжаются. Подключаются и общественники, и местные жители, чтобы поймать и наказать нарушителей. А вот еще деловые ребята утверждают, что привезли бытовые отходы. Не надо все кидать. Забирайте обратно все это дело. И вот это тоже все. Забираем, забираем. Собрали и увезли. На этот раз избежать наказания удалось. За несанкционированный выброс мусора штрафы для физлиц составляют от 5000 рублей, а для юридических – от 300 тысяч. Строительный мусор, спил, ветки, непосредственно крупногабаритные отходы и все то, что выгружается максимально иногда в ночь газелями, иногда большими машинами. То есть это может быть какая-то коммерческая структура, которая там какая-то торговля, ящики, коробки. А еще покрышки, которые, кстати, можно сдавать в специальные пункты приема, чтобы использовать материал вторично. Не оставайтесь равнодушными. Если вы увидели нарушителей, срочно обращайтесь к полицейским, которые должны установить личность. Елена Морозова, телекомпания «Одинцова».